Начнем с официальной информации от оперативного штаба по коронавирусу. За минувшие сутки два человека скончались. Это мужчина в возрасте 80 и 69 лет. Новых случаев заражения опять больше сотни. За прошедшие сутки у нас подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет 108, из них детей 8. Итого на территории количество лабораторно подтвержденных случаев 4819, из них детей 323. Выписано с выздоровлением за сутки 128 и итого 2630.